Кажется, нашли мы с вороном место. Стой! Где лось с ума сходит. Все в округе заломано, да, ворон? По следам жизнедеятельности, то тут лосята ходили. Все заломано разной давности. Стой. В общем, хорошее место. Пометим себе в навигаторе в голове. Идем с вороном по следам лося. Еще где-то один след стороной идет. Еще навстречу нам прошел кабан сегодняшний. Это, наверное, вчерашний след, скорее всего. Так, вот они пошли теперь два. А кабан вроде как сегодняшний. Так что вот так вот тут. Так, а вот кабан пошел обратно, видимо. Это уже кабаний след. Короче, идем мы по следам лося и кабана уже. Они, наверное, в паре ходят. В паре, в тройке. Так, последний шел лось. Значит, кабан. Свежий след все-таки был в другом направлении. Так, ладно, идем мы дальше. Едем-то мы на одно дело с вороном. Как обычно, на доброе. Какие-то, короче, тропы. Ворон себя ведет беспокойно. Так, походу, тут кабан. Да, ворон? Прям свежего такого следа мы еще не нашли. Но судя по реакции именно ворона, это нифига не лось тут пахнет. Эти вот следышки есть лосиные. Но сейчас в кусту там пень был, я уж проехал, не стал снимать, весь развороченный. Местность вот такенная. Может быть, тут друг Винни-Пуха потомство будет выводить. Теперь не знаю, где нам выехать-то лучше. Нас куда-нибудь завернем. Ага, как видно, отпечатки кабании. Вот он, кабаний отпечаток. Пошел он влево. Мы пойдем вправо. Не надо нам встречаться. Впереди опять какая-то непонятная дорога. Вот прям вот свежайший кабаний след. Вот он. Пошел он влево. Ну чё, ворон? Что, ворон, скажешь?
вороном. Идем по следам сибирской косули. Вон они, косули впереди стоят. Да, ворон? Вот так вот на них тут все. Причем облаивали меня, облаивали. И в итоге это остались в лесу, или это другие. Сейчас мы выберем место хорошее. Вот осинка осиком сгрызена. Там еще впереди одна. Сейчас мы тут покружим и выберем место. Это вот тут вот косули бегают. Вон сова. Ворон, не толкайся. Попробую поближе подойти, хоть и так близко. Ну ты, блин, куда полетела-то? Ладно, за ней туда уже не пойду. И так видно было. А мы сейчас не можем с вороном местом определиться. Вот такая вот местность. Местность. Там вообще какие-то карагась, не карагась, деревья непонятные, мне кажется. А может, и осина такая. Так что вот так вот отходим, ищем. Тут уже кроме признаков косули вроде никого и не видать. А хочется разнообразия. Так что сейчас посмотрим, и может быть еще куда кружочек дам или в сторонку маленечко отъеду. Широкий лес. Так что вот так. Ну что, в общем, не знаю, мы с вороном ездим, все нам нравится. И не понять, где делать. В общем, тут как бы туда направление, туда. И как-то вот так вот еще туда есть тропинки. Как бы и тут много следов набегано. И чуть-чуть в стороне тропинка есть. И тем краем есть. Так что вот решил, наверное, вон я на те березки сейчас снегу еще в кустах-то вот мне, как обычно, сапог скрывает. Здесь есть атласинные следы жизнедеятельности нынешние. Как тут с водой будет весной, неизвестно. Но раз березы растут, значит растут, да, ворон? Так что вот так вот. Вот этот бугорок у нас будет. Возможно, солонец. А возможно, и ничего не будет. Так что попробуем, посмотрим. Лишним точно не будет. Так что вот так вот. Соли у нас немного, 10 килограмм. Но хотел я изначально все-таки что-то осиновое выбрать. Но как-то это мне место больше приглянулось. О, соль.
Йодированная. Так что будет манить запахом. Вся не вся такая. Тоже такая же. Быстрее найдут, да, ворон? Быстрее зверь найдет. Потом, как снег растает, приеду сюда далеко. Часто не получится ездить. Посмотрим на следы пребывания тут зверя. Нет, так потом сориентируемся куда-нибудь в другое место. И такие уж это большие затраты. 10 килограмм я сейчас привез. Всего уже вот я в 2020 году где-то около 40, даже наверное 50, наверное, я уже высыпал. И что-то я думаю, блин, еще надо мне 2 мешка. Планов много. Так что вот так вот. Ну все, будем думать, что зверь тут будет. Куда он денется? Не в этом году, так в следующем. На основном солонце, про которое большая часть съемок, тоже года два практически никого не было. Главное самому найти, но сейчас я выйду для каких-нибудь ориентиров, чтобы потом запомнил. Какие-нибудь ориентиры возьмем. И все, вот так вот. Вот он, красавчик мой. Ну все, что дорога еще будет, зверя включусь. Что такие вроде рожки будут? Да, ворон. Судя по тому, какие уже выросли.